У него длиннющие просто руки. Так резко у нас начинается. Но мы видим, у него существуют достаточно веские аргументы досрочных побед. Одерживает. Снова-таки перебоксировать он. Ну ничего, неплохо так пошел. Причем оба раза проигрывал он техническим нокаутом в 11 раунде. Это редкий хэт в боев он заканчивал досрочно. Левый боковой. Еще цепляется Пол Малиньяджи. В состоянии гроги, мне кажется, он уже находится. Серьезный удар он пропустил, он потрясен. Пошел на добивание чемпион. Ну что, нужно спасаться в клинче. Он это делает, но пытается еще и ответить. Вау, хороший раунд. Потрясенным выглядит Пол Малиньяджи. И это серьезный повод побеспокоиться в углу. Уж очень близок к досрочному поражению Поли. Ну и по версии WBA. Единогласным решением. В общем-то, это и позволило ему выйти на Шона. Но мы видим, как тут все тяжело для него начиналось и продолжается. Еле-еле стоит на ногах, хотя он совсем не готовился. Вот этот левый боковой, еще. Был в углу. Ну, кстати говоря, Шон Портер... Это нокдаун. Скорее всего, даст продолжение. Отдыха не помогла Поли Малиньяджи. Он совершает все те же ошибки. Уже который раз пропускает этот левый боковой. Лучший удар в этом бою от... чемпиона. Он продолжает его выбрасывать. Тут уже и правый прилетает. Еле-еле там держится на ногах Поли Малиньяджи. По-моему, рефери останавливает этот бой. Даже не будет отсчитывать. И не надо. В каком положении сейчас Поли Малиньяджи вы видите? Да, просто порвал на части волшебника Шон Портер. Это его время. Это его шоу. Чем там недоволен Поли, не знаю, но, наверное, нужно ему, в общем-то, радоваться, что уже все так закончилось, он на своих ногах, то могло бы быть хуже. Ladies and gentlemen, we have the time of 1 minute 14 seconds in round number 4. The referee stops the contest. He is the winner by way of technical knockout. He is still the undefeated IBF welterweight champion of the world. Showtime, Sean Porter.